Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Сейчас я позвоню провайдеру, спрошу, что с Ютубами случилось. Вас приветствует компания Акада. Как? Ну, а Акада, да. Здравствуйте. Вас приветствует Акада Телеком. Я вас услышал. Уважаемые абоненты, в работе видеохостинга YouTube может наблюдаться ухудшение качества загрузки. О, сразу запело. Акада Телеком, меня зовут Сергей, здравствуйте. А, вечер вам добрый. Как вы сказали, здравствуйте. Авокадо, это я понял. Имя как у вас? Меня зовут Сергей, номер договора либо адрес сообщите. А, Чертановская, 43. Князев Дмитрий. Отчество. Князев Дмитрий меня зовут. Дмитрий, я Дима. Отчество. Мое отчество. Полностью фамилия, имеющий владелец договора. Можно говорить еще. Так, точно, конечно. Князев Дмитрий Алексеевич. Что вас интересует? Значит, вас как зовут? Светлана, да? Меня зовут Сергей, я представлял. Ой, извините, связь просто... Так, вопрос сразу вот этот самый. У меня что-то тут все, Ютуба нету. Не могу никак. Ютубы, видео, файлы все ничего не грузят. Поддержка, у вас сейчас соединили решение этого вопроса. Оставайтесь, да, пожалуйста, поторопитесь, у меня Ютуба нету. Для оценки качества консультации после разговора оставайтесь на линии. Алло. Александр, техническая поддержка, здравствуйте. А я Алексей, у меня полное имя Князев. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Дмитрий, Князев Алексей. А, договор номер или что? Чертановская, 43. Побыстрее, пожалуйста, решите вопрос. Дело в том, что у меня все. У меня ютубов нету. Все не грузит видеофайлов никаких. Вообще видео не прогружается. Я хочу информацию. У меня все эти самые способы подключения ютубов здесь. У меня вообще не грузят файлы ютубовские. То есть интернет-видео. Я хочу наблюдать эти самые видеофайлы. То есть клипы Юрий Шатунов, Дмитрий Губин. Всех у наших вот этих родных моих. А все вот это, ютубы, я сейчас пиво пью, у меня видео нету. Что делать? Ну, с ютубом сейчас на территории России, да, есть проблема. А с чем связано? Все здесь проблемы эти. Это что там, блядь, Павел Дуров или что здесь сломал мне все? И этот, Джо Байден, да? Что у меня нету видео здесь? Что, куда мне, что делать? Куда? Почему я плачу за интернет, а ютуба нету? Что мне делать сейчас? Оставайтесь на линии, проверьте. Сейчас уровень сигнала и настройки ваши. Проверьте, Светлана. Добрый вечер. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Байден, верни YouTube. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Байден, верни YouTube. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Байден, верни YouTube. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Джо Байден, я здесь. Леонид Агутин мне нравится еще. Этот нравится. Как ему? Алло? Алло, ютубы? Блять, не пойму, меня ремонтирует этот или нет, или клацает там что-то. Сидит он, блядь, там скорость мою меряет. Я беременна. Алло, я забеременела.
Не, ну да, видеоинструкция на ютубе, как правильно рожать. Джо Байден, блядь, верни ютубной странах. Джо Байден, где мой ютуб? Ну да, я выпал его. Спасибо за ожидание. Сейчас зайдите на сайт speedtest.net и сделайте заметку. Не, ну это понятно. Мне ютуба надо, чтобы грузило видеофайл. Российскую поддержку Ютубу, у них уточнить, почему на территории России сервис так работает. А, это Ютубу надо позвонить? Конечно, да. Мы же не являемся владельцем данной сервиса. То есть это в Америку туда, вот это Байден, да? Я понял. Байдену сейчас прям, наверное, набрать это был. Сидит там, скотина, отрубил мне аппарат, блядь. И что мне ему сказать? Где мне адрес-то мой назвать, да? Или что? Ну, с интернетом какие-то проблемы явно я не вижу. Сигналы в норме, должно остальное все работать. Не, так это да. Ну, так а этот самый YouTube-то что? Это ж авокадо телеком или просто какой-то обычный телеком, не знаю, там непонятно, блядь. Вы компетентны. Вот, пожалуйста, я знаю, вот я вас давно помню, фрукт вот этот, авокадо. Я вас пользователь давно, меня Дима зовут. Я пользователь, да, у меня жена Яна. И это самое, мы пользовались вашими этими сайтами. Сейчас YouTube этот мне, потому что если сейчас я в Америку не дозвонюсь, чтобы YouTube мне это быстро сделать, то тогда, пожалуйста, мне подешевле интернет, потому что я ж не могу пользоваться интернетом без Ютуба, да? Правильно? Так что надо мне тогда эту самую, что называется... Ну, пользоваться интернетом, то есть интернет — это интернет, а... В смысле, а как можно пользоваться интернетом, блядь, когда Ютуба нету? Ну, можете другими площадками пользоваться. А, так, какими, такими? А какое это мне посоветуете тогда? Рутуб есть. О, да. Вот там вот мне вот это вот все нравится. Ага. Ну, ясненько. Ну, а что ж там в Америку-то? Может, дадите номерок, что-то набрать-то надо. Узнать, ну, что у там. У нас нет данных контактов. Понятно. На интернете попробуйте. Ну, все. Да я просто не молодой, так что называется, туда-сюда сейчас. Понял, то есть это Америка, да, закрыла доступ? Затрудняюсь ответить, у нас такой информации нет, но это работа отдельного сервиса, это не работа интернета. Не, понятненько, а что ж вы тогда? Я понял, не, просто у меня там, я подписан еще видео, там канал был, там 50 рублей подписки, ничего нету. Премиум там, так сказать. Я просто, знаешь, без рекламы все шло, крутилось там вот эта система. Ну, понятно. Ну, а что ж тогда делать-то? Авокадо телеком, дело в том, что некомпетентен, да? Там куда? Рутуба? Ну, много российских площадок различных видеохостингов. Ну, много, да? Прям много их там есть, видео тоже, да, много всяких? Ну, много, они есть определенные. Не а что там есть интересного есть? Ну так, посмотреть, мне просто видеообзоры там надо всякие. Я хочу... сказать, я купил себе болгарку, не пойму, как эту самую поменять двигатель. Ну ясненько, понятненько. Ну а что ж тогда, я ж тогда, наверное, сейчас студеное выпью, правильно? И позвоню в Америку. Да, это ваше право, совершенно верно. Абсолютно правильно подмечено, Светлана. Вы в этом деле компетентный. Это прекрасный подход к действию. Как приставку включить в компьютер? Скажите, пожалуйста. Что включить? Приставку, чтобы приставка работала. Ну, я... Какую приставку у нас есть с нами? Ну вот у меня сейчас дело в том, что жена рожает, а мне нужен видеогайд, как правильно вот эти принимать вот эти вот роды. Я ж пишу в Ютубе, а там все у меня черное, все. Крутилочка туда-сюда, блядь. Сейчас я позвоню этому Байдену, пусть он у меня скотина. Ясненько. Ну а что? Не, приставку телемарафон. Этот, мне нужно, чтобы вот эти вот показывало видео всякие на приставке.
Как ее подключить, я просто не пойму. Не совсем понимаю, про какую приставку речь. Я вижу, у нашего оборудования у вас роутер установлен. Нет, так у вас роутер стоит, роутер вот этот вот, как его? У меня просто приставки нету. Я хотел у вас взять приставку и поиграть. И какую у меня приставку, для чего? Ну вот это вот, я там, ну в смысле, у вас приставки нету, что ли? У нас есть телевизионная приставка. Ну, так я с вас и прошу, а какая у вас, блядь, то есть пульт раз туда-сюда, я чтобы его мотать мог, канал раз перемотал, два перемотал, допустим, смотрю, Скобееву не понравилось, перемотал там другую, вот эту самую, там раз перемотал тоже туда-сюда, раз-раз, там что-то интересное, паузу нажал, подумал, паузу отжал, все, анализирую, раз-раз, чтобы мотать можно было, раз его сюда, туда-сюда. Что она, сколько хоть сейчас стоит, там, интересно заказать, чтобы вы приехали, поставили аппарат мне. Приставку для интерактивного телевидения вас интересует или для обычного телевидения? Не, мне вот этот интерактив, он мне вообще не нужен. Мне нормально, чтобы смотреть видео и перематывать. Ну, это услуга интерактивного телевидения вы, наверное, имеете, да, правильно понимаете? Ну, наверное, да, то, что мне надо мега, турбо, эти гига. Каналы, типа, максимум. Чтобы все каналы были вообще, смотрите, все. Смотрите, по тарифам вообще могу переключить на абонентский отдел, просто не совсем понимаю, именно по какой услуге вы хотите приставку. Ну, в смысле, мне максимум, чтобы я мог получать от вашего авокадо. Чтобы все бы предоставляли. Максимум, это нужно по тарифу вам определиться, в какой тариф максимально что-то входит. Поэтому могу переключить на абонентский отдел, они проконсультируют по тарифам. Ну, я понял, а кто проконсультирует здесь? А тариф вас интересует, правильно, интерактивный телевизор? Не, мне тарифы, они здесь не интересны, в принципе. Я по поводу вот этого, чтобы мне можно было прям смотреть именно, допустим, там, ТНТ, да, канал, показывает этого дебила вот этого, вот как он дрыщет, этот Павел, как его, Дуров, блядь, Воля, как его, ну, поняли, да, вот этот жирный Бартудинов, туда его нахуй перемотал, включил наше, что это, раз нормально, фильмы, да, три мушкетера, там, как Новый год, чтобы вот это крутили мне, вот эту самую мне там, чтобы иронию было, судьбы там полная, блядь. Раз ее поставил на паузу, пошел, посрал, включил паузу, нажал, хоп-хоп, пошел, чтобы ничего не пропустить, а то, блядь, ни разу не видел. Понимаете? Чтоб все работало, система-то. Я понимаю, не понимаю, какую систему вы хотите? В смысле, система, чтобы интернет работал. У меня здесь телевизор, приставка нужна. У меня нету приставки в телевизоре, у меня сам приставка, слух. Если речь идет об услуге интерактивного телевидения, то приставка для интерактивного телевидения есть такая. Что? В чем отличие обычная приставка от интерактивной? Я не понимаю, у меня просто интернета нету. Есть телевидение, которое идет по кабелю. То есть там никакой перемотки нет, то есть вы просто смотрите каналы. Она либо к телевизору антенна подключается, либо через приставку. Есть услуга интерактивного телевидения, это отдельная услуга. То есть, это нет, вы меня простите, вы сейчас мне сейчас про какие именно тарификации, мне неинтересно. У вас две приставки. Одну вы мне поменяли, вы приезжали ко мне, я помню, Светлана. Дело в том, что вот та приставка, которую вы мне меняли месяц назад, которая, извините меня за выражение, я на нее, это самое, ну, во время любви бурной нашей с женой эту самую кончил. Ну да, в блок этот, приставку. Это ладно, это она сгорела, и хрен с ней, я за нее отдал деньги. Сейчас почему у меня каналов мало так? Мотать не могу, перемотку делать. Каналы вы каким вы там просматриваете? Через интернет или по кабелю у вас сигнал? Ну, у меня ж не знаю как. Ну вот, приставка, это пульт мотать вперед-назад видео. В телеканал перематывать. Раз. Допустим, 18:00, опа, Скобеева, все, паузу нажал, блядь, пошел, жрачки приготовил, пиво налил, подошел, включил паузу, нажал, все, пошло, чтобы ничего не упускать там важное. А ведь это что не было мне, я блядь. Я вижу, у нас на вашем договоре никакая приставка не зарегистрирована на текущий момент. То есть у вас своя какая-то приставка? Ну, у меня Samsung телефон. Не понял, блядь. А что сбросил-то? Накат Телеком, меня зовут Денис. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, чем могу вам помочь? Вечер вам добрый. Я вас приветствую. Меня зовут Дмитрий.
Алексеевич, Дмитрий меня зовут. Князев. Ладно, Дмитрий, чем могу помочь? Я вас приветствую, Светлана, да, вас? Я не услышал. Денис. Кто? Денис меня зовут. Значит, по поводу вопроса-то этого, опять-таки, обращаюсь нерешенного. Что по поводу Blu-ray формата? Номер договора или адрес домашний? Чертановская, 43. Да, открываю ваш договор, Дмитрий Алексеевич. А что вы по поводу Blu-ray формата? Да, дело в том, что с Ютуба у меня нету больше, у меня не загружает. А у меня есть видео, где я сижу и смотрю Ютуб. Там видео у меня жена снимала на камеру. Я хочу вот этот диск найти, куда его приставку засунуть вашу. Чтобы я смотрел, как я сижу, смотрю Ютуб. Вот что. На какую приставку диск хотите засунуть? У меня Blu-ray формат, у меня там много памяти. Ютуба много там у меня записано. У вас отдельная какая-то приставка? Ну нет, у меня ваша, Мовик. Вот это. Давайте с техническими специалистами я вас соединю, может они... Да вас как передать, от кого вы меня сюда, туда подсадили? Технический отдел я вас перевожу, оставайтесь на линии и дождитесь. Давай, да, ну давай, это Светлана, я вас до свидания. Всего вам хорошего. Blu-ray. Я сижу, смотрю видео на Рутубе. Видео напоминает мне, как я смотрел в Ютубе. Видео смотрел. Шо Байден старый пи***ар, верни мне интернет, и я прям из Ютуба пропадаю. Алло. Техническая поддержка, меня зовут Алексей, здравствуйте. Да, Алёша, к вам, блядь, дозвониться сложнее, чем мне, моей, блядь, тёще, блядь. Позвонить, пиво попросить, блядь. Я вас услышал, вас приветствует я. Тоже Алексей меня зовут, ну, по отчеству. А так я нормальный. Меня Димон зовут, Князев. По поводу все-таки нерешенной задачи касательно вот этих видеоформатов. Почему я не могу смотреть видеофайл? Вопрос к интернетчикам. Что за видеофайл? Про что вы? Ютуб. Я хочу Ютуб смотреть. Все. С Ютубом сейчас есть проблема, то есть он тормозит, мы на это никак не повлияем. Куда звонить? Вопрос решать. Байден, да? Я даже не посоветую. То есть данная проблема возникает не только у нас, она у многих операторов по всей России возникает. Мне операторы не интересны, я не пользуюсь мобильными телефонами. Я нормальный человек, мне это не интересно. Не люблю я по понимаю, телефону. Мы, к сожалению, ничего подсказать по поводу Ютуба вам не сможем. Я вас прекрасно понимаю, связано с чем проблема. У меня просто дело в том, что это все мои американцы, они все уже задолбали меня. Байден, да, этот, отключил, я так понимаю, это Байден, да? Я не знаю, кто отключил. То есть, ну, в данный момент есть проблемы с Ютубом, и они у многих операторов, как я сказал. То есть, мы я на хочу... это повлиять не можем. Есть такая услуга, чтобы я Smart TV смотрел через Ютуб? Или Ютуб через Smart TV? С Ютубом сейчас есть проблемы. То есть, вы можете смотреть другие сервисы, по поводу Ютуба мы ничего подсказать не сможем. Я хочу сидеть и смотреть, а не просто сидеть и смотреть. Понимаете, о чем я? Объясняю, по поводу Ютуба мы ничего подсказать не сможем. С Ютубом есть проблема. А что ж, я не пойму, просто вы мне объясните ситуацию. Я заплатил-то за услуги вашего этого авокадо. Я все прекрасно понимаю, у вас туда-сюда там монтажники, эти монтажеры, эти самые, бегают по крышам, там вот эти Карлсоны с проводами этими, да, и шачки вот эти паяют там оптику, хуй оптику, все это мне не интересно эти. Вот я сейчас сижу, у меня интернет есть, как бы. А что ж у меня не работает-то, Ютуб? Есть проблемы с Ютубом, то есть мы не можем на это повлиять. То есть Ютуб не является нашим сервисом.
Я вас понимаю, Светлана. Вы мне объясните, зачем тогда мне вообще вот это вот все? Если я только YouTube там смотрел, у меня просто клипы там, файлы там, Леонид Агутин, все вот эти ребята. Вы меня как-то не слышите. Я вам объясняю, что с Ютубом есть проблема. Мы не можем на это повлиять. Ютуб не имеет к нам никакого отношения. В смысле? А у меня нету его. У меня, если вы никак ни к нему не относитесь, почему я хочу с вас посмотреть, а у меня нету? А? Ну, потому что есть проблемы сейчас с Ютубом. Они идут по всей России. То есть это не наша частная проблема. Не понял. Объясняю, есть проблемы с Ютубом, они идут по всей России. То есть это не относится, что только у нас проблема с Ютубом. Она по всей России, мы на это повлиять не можем. Вас как зовут? Я просто прослушал и отходил. Меня зовут Алексей. Ясно. Я понял, это кличка, да? Все понятно с вами. Вы сейчас издеваетесь, да, специально от пенсионеров? К сожалению, я вам предоставил всю доступную информацию. Если других вопросов нет, у вас ко мне я нет, то я ничего помочь это... вам не могу. Вы мне должны помочь, если дело в том, что вы здесь у меня как последняя надежда сесть. Я недавно жду, блядь, он все похолол, блядь. У меня пришел, у него, блядь, этот самый писька, блядь, понял, вагиноз был, померло, все, блядь, я сижу один, у меня ютуба нету. Ютуба есть. Я знаю, объясняю, мы с ютубом вам ничем помочь не сможем. Нету, да. У меня есть старая, у меня какая-то приставка есть у вас? С Ютубом ничем мы не поможем. То есть у вас также Ютуб будет работать и через других провайдеров, и как бы на каком бы устройстве вы не подключили. Не, а где ж мне видео смотреть-то? Ну, используйте другие сервисы. То есть я не подскажу, где вы можете смотреть видео. А какие другие? У меня просто нету. Какие? Вот какие? Не знаю, Яндекс Видео, Рутуб там, или какие-то другие платные сервисы. Понятно, то есть там, по сути, не туда вот этих, мне видеогайд просто нужен. У меня жена рожала, когда я видеогайд смотрел. Сейчас ничего не смотрю, потому что не могу. У вас ко мне остались какие-то вопросы другого характера, помимо Ютуба? Вообще, в целом, такие вот вопросы, ладно, тогда уж будем по поводу приставки сейчас решать вот этот вопрос, потому что я не могу перематывать видеофайл, то есть интернет. Ну, по сути, телевидение, Samsung. Я не знаю, про какую приставку говорить. Мы никакую приставку не устанавливали. Нет, у меня мувик с ваш больше самсунговский, блядь, телевизор пультом хуярю, блядь. Пум-бата. Туда-сюда. Я паузу нажать не могу, когда Скобеева начинает, а я отхожу, понимаете? Но здесь мы при чем тогда? В смысле? У меня ваш этот самый, все здесь, ваше. Паузу вы где не можете нажать? Вы что смотрите? То есть про канал телевидения смотрю. Про каналы ваши смотрю. Акада, да. Если смотрите через приложение Акада ТВ, то есть если пауза не нажимается, то значит на этом канале отключен видеоархив. Чего? То есть видеоархив есть не на всех каналах. Мне что тогда, WinZip или WinRAR какой-то поставить туда? И что, я ж не соображаю, мне 54. Если видеоархив не работает, то он не работает. У кого? То есть это значит, правообладатель канала запретил на этом канале делать видеоархив. Не понял я, в смысле, как запретил? Опять этот самый Америка? В интерактивном ТВ на некоторых каналах нет видеоархива. Происходит это из-за того, что сами владельцы канала этого запрещают на этом канале делать видеоархив. Поэтому на части канала видеоархив есть, на части каналов его нету. Я понимаю, Светлана, почему тогда, блядь, у меня USB формат, вот этот вот, да, гнездо, он отличается от ебаного Тандерберба и вот этого самого Type-C, у меня туда-сюда, потом ходьми и туда его, и сюда, блядь, и в итоге пришел-то к чему, блядь, опять Type-C, вот эти USB, блядь, новые. Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. В смысле, приставка подсоединяется куда? Я не знаю, что за приставка у вас и как она подключается. Мы приставку вам не устанавливали. В смысле, а кто мне приставку привез? Я не знаю, возможно, это ваша приставка. Единственное, что мы вам ставили, это модем для интернета. Я модем уже попрощался с ними лет 10, нет, 30 назад. У меня уже все. У меня сейчас модема нет, у меня роутер.
По поводу приставки я не подскажу. Я не знаю, что у вас за приставка, как она работает. В смысле? Да обычная приставка у меня ваша, вот эта Sony. Самсунговская, которая с этим инфракрасным. Идет на пульте, кнопка мигает. Ну и лампочка, типа передатчик. С провода. Мы не сзади. Ставили вам приставку. Я не знаю, что у вас за приставка. В смысле? Как? У меня написано на нем авокадо. У вас стоит одна только модем Sargent.com. Он чисто для интернета. Он к телевидению не имеет отношения. А какую приставку запитать туда, чтобы видеофайлы и всем перемотку и паузу делать? Я не знаю, что это за приставка. У нас таких приставок нету. У нас есть интерактивное ТВ, где на некоторых каналах присутствует видеоархив, то есть перемотка. Но это происходит не на всех каналах. Нет, так если мне все и не надо. Который будет выполнять это. Мне мега, вот этот гига, мега нужен. Что нужно? Гига, мега каналы, чтоб все было. Чтоб PlayStation был. Если у вас вопрос по услугам, я вас с контактным центром с этим. Техподдержка вопросами услуг не занимается. На линии. Вы техподдержка или что? Техподдержка, да. А чё ж роутер тогда не этот, не подскажете, как поменять? Вы не спрашивали про роутер ничего? В смысле? Я 5 минут назад вас что спрашивал? К сожалению, наш разговор идет ни о чем. Я, к сожалению, больше ничем не могу вам помочь. До свидания. Я тебя с роутер ударю мечом! Не говорите так со мной! Меня это напрягает, я человек... Ah!